С момента окончания Московской академии хореографии я танцую в этом театре. Люблю этот театр. Люблю людей, которые в нем работают. Без этой любви, отношения, да, такого действительно искреннего, теплого, как к своему дому, да, как к своей земле, которую ты должен возделывать, да, поливать потом кровью, ничего не выйдет. Здесь нет, да, такого как бы желания кричать о себе, создавать вокруг себя шум, притягивать все взгляды. Нет, скорее это имеет исповедальный характер. Ты на своем месте, ты делаешь то, к чему призван. Стараешься делать это максимально честно. Все вещи, которые я делаю, они вот именно с этой стороны их стоит оценивать. Когда я понял, что возможности собственного тела, да, они все-таки имеют какие-то пределы, а ты хочешь выразить больше, ты видишь в каждом из своих артистов его суть, да, его зерно. Перед тобой открывается огромное поле для экспериментов, для поисков. Всеми нами движет любовь. Ты хочешь найти именно свою интонацию, свой голос, свой язык, свои слова, да, для того, чтобы рассказать о том, что для тебя действительно важно. В такие моменты ты один. То есть ты наедине, ну, только вот Господь Бог видит, да, твой танец. И вот мне кажется, если мои работы будут передавать это ощущение, что перед нами танцовщики, которые танцуют перед лицом Бога, то тогда это действительно будет не зря. И об этом, конечно, сложно говорить, лучше увидеть.